Есть насосная станция, и у нас в баке осталась вода. Хоть и сливал вот здесь вот это вот откручивал. Сейчас еще раз откручу. Попробуем слить воду. А так купил новую мембрану. И сейчас покажу, как заменить мембрану в расширительном бачке насосной станции. Так, для начала попробуем слить оставшуюся воду. Здесь вот есть сливной такой специальный. Берем раздвижной ключ и против часовой стрелки его откручиваем. Ну вот, насосная станция тяжелая, значит там осталась вода. Но отсюда вода уже не льется. Значит, что-то не в порядке с мембраной. Дальше откручиваем реле. Другой ключ возьму. Вот это не очень удобно. Все, открутили реле от давления. Пока его вот сюда вот убираем. Не мешалось. Дальше вот это вот шланг. Отсоединяем шланг, который идет к расширительному бачку. Все, вот что у нас получилось. Дальше нам необходимо открутить вот эти вот все болты. Долго не крутить. Сейчас возьму шуруповерт, насадочку. И как в автосервисе. Открутим. Такая вот насадочка на 13 мм. И вот такой вот шуруповерт. Точнее, винтоверт. Сейчас работа пойдет быстрее. 1, 2. Три. 4. Шесть. Так. Дальше снимаем крышку. И сейчас, по идее, польется водичка. Налет такой образовался. Здесь видно грязь. Здесь тоже засорилась. Ну, сейчас это все помоем. Здесь вот так вот выглядит. Здесь тоже образовалось. Thanks. Так, тут нас мешает. Да, вот так вот загнем. Так, все, снимаю, смотрим, что у нас с расширительным бачком. Крышечки. Ну вот, вода шпарит. То есть здесь ничего нету, а вот здесь посмотрите, сколько воды. Прям очень много воды. Сейчас посмотрим, что с ней не так. Вот тут грязи, конечно. Так, дальше откручиваем. Такая вот у нас есть ниппель. Вот, его нужно открутить, потому что вот эта вот расширительная мембрана, она зацеплена. Чтобы отцепить ее, нужно открутить вот эту ниппель. Гаечку открутить, вот эту. Руки, конечно, все грязно. Так, откручиваем вот эту вот гаечку. Вот гаечка. Здесь еще есть такая вот, типа шайбочки. Так, дальше просовываем руку между мембраной и дотягиваемся до... Конечно, все кружило. Все, теперь можно достать мембрану. Вот шайбочку еще. Главное, чтобы не слетело. Так, дальше достаем мембрану. И смотрим, что у нас с ней. И, соответственно, вот это вот ниппель будет потом обратно установить. Так. Ну, вот так вот выглядит мембрана. Она полностью растянулась. Вот для сравнения новая. И вот старая. Так вот выглядит. Сейчас установим вот эту. Так, дальше сливаемся в воду, которая есть. Чтобы там ничего не осталось. Да, грязи там. Теперь нужно это все просушить. Возьмем фен, чтобы там никакой влаги не осталось. Вот взяли такой фен и просушили. Дальше опять просовываем ниппель и ставим новую мембрану. Дальше просовываем обратно ниппель, только уже с новой мембраной. И закручиваем. Все, поставили новую мембрану. И теперь опять все устанавливаем в обратном порядке. Так, смотрим, чтобы резиновые вот эти части не мешали закрутить наши эти болтики обратно. Так, сейчас помою вот эту вот штучку. Так, ставим обратно на место. Затем ставим крышку. Так. И теперь нужно попасть в болты и закрутить болты. То есть так, вот она расправлена. Вот так крышку. И сюда начинаем по очереди ставить. Прижимаем как следует. Так, и последний. Так, и по очереди докручиваем. Так, и все, вот у нас так плотненько получилось. Дальше закрываем сливное отверстие. Устанавливаем обратно реле давления. И обратно закручиваем. Потому что все резиновые прокладочки были на месте. Чтобы нигде ничего не потекло. Так, прикручиваем шланг, который идет к расширительному. Прикручиваем шланг, который идет к расширительному бачку. Так, докручиваем его раздвижным ключом. И осталось обратно закрутить реле давления.
на свое место поставить. И на этом ремонт закончен. Итак, дальше ставим реле давления обратно. Также берем раздвижной ключ и затягиваем, чтобы она вот так вот не болталась. То есть надо протянуть достаточно серьезненько. Придерживаем поровнее. Значит, не хочет ровно вставать. Так. Все, расширительный бачок поменяли. Все обратно поставили. Можем устанавливать на постоянное место. Замена мембраны прошла успешно. Теперь осталось здесь все помыть. Насосная станция стала легче, килограмм на 5, потому что в ней уже нету воды. Теперь все это помоем.